Бульвар в микрорайоне 3А носит имя Героя Российской Федерации Вячеслава Евскина. Это звание майора ФСБ присвоено посмертно. Он пожертвовал жизнью, защищая своих товарищей по оружию. Летом 96-го Вячеслав Михайлович проходил службу в столице Чеченской Республики Грозном. Окружив общежитие, террористы предложили сдаться. Сдаться, и причем предлагали даже уйти без боя, предлагали даже выкуп, деньги. Но получили категорический ответ – нет. И на предложение эвакуироваться он ответил отказом. Он не мог оставить своих братьев, своих коллег одних. И остался прикрывать их отступление. И вот когда у него уже не осталось ни одного патрона, Вячеслав Михайлович сорвал гранату. Таким образом, унес свою жизнь и жизни еще многих террористов. За мужество и отвагу в 2006 году Вячеславу Евскину присвоено звание Героя Российской Федерации. Наша страна всегда славилась своими героями, и в Новой России их также немало.